Две команды уже на поле, игроки не могут дождаться свистка арбитра и начала матча. Посмотрите на них, разве можно с уверенностью сказать, даже предполагать, кому сегодня может достаться победа? Редкий случай, но я, Василий, с вами абсолютно согласен. Обе команды прекрасно смотрятся и обязательно будут играть только на победу. Уверен, сегодня будет превосходная игра. Хави. Иньеста. Хорошая мысль. Наверное, сейчас будет гол. Отличная игра в обороне. Команда рвется в штрафную. Месси. Блестящий бросок. И команда получает право на угловой в самом начале встречи. С такой подачи очень трудно забить. Команда прекрасно играет в обороне. Это Роналду. Хави Алонсо. Роналду. Что они предпримут теперь? Крайне опасная ситуация у ворот. А вот и вполне голевая атака. Судья молчит, играйте. Роналду. Удар в расчете на то, что вратарь потерял бдительность. Ну, ребята, так Вальдеса не перехитришь. Вратарь занимает верную позицию. Месси. Хави. Месси. Мне кажется, боковой сейчас помог принять правильное решение. Это определенно фол. Удар! Это Лионель Месси. Привыкайте, это надолго. Здесь создается ощущение, что радость и восторг буквально выплеснутся через край чаши этого великолепного стадиона. Ликуй, народ! Игрок наконец-то добился своего. Я уж думал, он так и не впадет по воротам. И Роналду с мячом. Как здорово от защитника ушел. Остался только вратарь. Мяч попадает в стойку. Еще один игрок начинает прорыв со своей половины поля и сразу включается в комбинацию. Мяч перехвачен. Месси. Игрок бьет по воротам. Какой неточный удар. Ничего. Несколько минут назад он уже доказал, что умеет забивать. Сейчас переживем и промах. Месси. Хави Алонсо. Вот на то она и защита. Месси. Нешуточная борьба за мяч. Защита настроена весьма серьезно. Подкат и ошибку допускает защитник. Похоже, это фол. Так, грядет проверочка на точность удара.
И туда его. И защитник получает мяч. Это Роналду. Иньеста. Карточку судья не показал, но за этот подкат назначен штрафной удар. Месси. Великолепный перехват. Роналду. Подкат выполнен был удачно и смело. Месси. Атака закончилась неудачно. Ну что ж, первый тайм прошел, по крайней мере, в борьбе. Проходит, вернее, да? Будем ожидать того же самого от второго, но, тем не менее, будем надеяться, что голов будет еще больше. Сдержали атаку. Какая возможность! Великолепный бросок, и вратарь отбивает мяч. Штанга, мяч в поле. Вратарь выбьет мяч за пределы своей штрафной. Отлично, молодец, Хави Алонсо. Очень неспешно развивается атака. Да, это был опасный прием, однако можно продолжать, показывать судья. Мяч у защитника. Иньеста. И к концу первого тайма счет 1-0. «Читайте мои мысли», — гласит лицо тренера. «Я доволен своей работой. Все было именно так, как я и хотел. А ведь его команда работает как машина. Неужели весь матч будут давить?» Обычная игра во втором тайме мало отличается от того, что происходило в первые 45 минут. Криштиану Роналду получает мяч. Такие дальние удары бывают очень опасны. Удар уходит в молоко. Что-то произошло с Криштиану Роналду. Совсем он тут растерялся. Пике. Иньеста. Хави. Месси. Замечательная игра защиты. Четко и быстро. Это Роналду. Замечательно сыграл. Неплохо. Мяч идет вдоль боковой, попадает к полузащитнику. Месси. Иньеста. Хороша подача. Атака буквально захлебнулась. Серхио Рамос. Давай, 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 давай! Как говорится в голливудских фильмах, я просто делаю свою работу. Браво, защита! А не заигрались ли вы, ребята, в квадрате? Прекрасный футбол показывают игроки обороны. Ну, сойдет. После такого удара мяч, ну, никак не мог оказаться в сетке. Никак. Ой, как все по-дурацки. Мне просто жаль этого парня. И это вторая замена в составе команды. А что, и правильно. Один устал, другой засиделся. Пора вливать свежую кровь.
мяч у защитника. Месси. Ну, он был в такой плотной обороне, трудно найти путь к воротам. Роналду. Ну, что-то, конечно, надо предпринять. Может быть, столпиться на фланге, действительно, почему нет? Хави Алонсо. Хави. Месси. Хорошая работа с мячом. Ну вот, можно перевести дух. Атаку сдержали. Криштиану Роналду получает мяч. Очень четкий перехват. Идет игра. Правильную занял позицию, и мяч перехвачен. Приближается конец матча. Однако сколько мы видели драматичных развязок. Пока команды идут довольно ровно. Шансы есть. Месси. Защита не дремлет. Серхио Рамос. Реал сегодня буквально царит на поле. Игрокам позволено компенсировать лишнюю минуту. Хави Алонсо. Игрок подает мяч на фланг, растягивая линию обороны соперников. Да, достойная была попытка. Рефери не останавливает игру, но футболисту все нипочем. Он свой шанс упускает. Пике. Хави. Пике. Иньеста. Пике. Хави. Пике. Иньеста. В борьбе с довольно равным по силе соперником победители сегодня продемонстрировали широчайший диапазон своих возможностей. По временам действия просто здорово. Голкипер молодчина. Долго мечтал он о рекордной сухой серии. И с этого матча почему бы не стартовать? Ну что ж, Василий Уткин и Василий Соловьев прощаются с вами. До свидания.